сорт сливы Анжелина. Слива поздняя, еще до сих пор твердая. В супермаркетах она сейчас лежит, продается вернее. Вот смотрите, какая веточка. Анжелина. Поздняя слива Анжелина. Маленькое дерево. Слива хорошо хранится, до Нового года может спокойно лежать и можно кушать долго. Очень вкусная слива. Вот она такая в разрезе. Маленькая косточка у нее. Хранится хорошо, кожура плотная. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.